Итак, всем привет! Мальчишки, помашите привет! У нас нескучные каникулы. Ребят, вот такие вот новые шапки отличные. Покажитесь. Мне кажется, они такие милахи в них. Такие ушастики, зубастики у нас. Илюшка, посмотри сюда, покажи шапку. Или Вуня. Вот, мы приехали в Китсвиллс. Это у нас есть такой город профессий. Мы там еще никогда не были. Вот сейчас пойдем посмотрим. Говорят, там жутко интересно и весело. То есть ребятам, у детей есть возможность попробовать себя в разных профессиях. В роли там пожарника, милиционера, пиццемейкера и так далее. Очень-очень много разного всякого интересного. В общем, должно быть очень здорово. Посмотрим. Приглашаем вас с собой. Так, вот карты нам дали, да? Покажи карту. Нам дали каждому вот такие браслеты. Маме и деткам, если детки потеряются, вот я могу подойти, нажать, и найдутся детки мои. Покажется на мониторе, на экране, где они, да? Ванька, рост меряешь? Да, какой? 125 сантиметров. Что? 125 сантиметров. Так, мальчишки у нас пробуют быть строителями. Мужики, что строим? Нет, надо все сделать! Увлечены. Здорово. Чего тут только нет. И скорая, и картинги, и различные, и театры, и милиция, и рестораны, и стоматология, и все-все-все возможное. Очень-очень здорово для детей. О, какой дом построили наши строители. Все? Все построили уже? Классный дом, Илюха, молодцы! Вот мальчишки посвящаются в милиционеры, в полицию. Будут сейчас ловить преступников. Им уже выдали форму, одели. Вот они находятся в милиции. И сейчас будут ловить преступников. Там раздают задания. Вот так. Да, что, кого вы ищете? Да мистера Булочкина. Мистера Булочкина? Да, мистера Булочкина. Он ворует у детей булочки. Ворует булочки? Ничего себе. Вон машина стоит. Бегите в машину. Вон, мои мальчишки едут. Не видели? Мама? Ребята, на втором этаже, точно знаю, где-то вот здесь вот и булочки. Вот только что с булочками бежал. На втором этаже, на втором этаже! Останавливайте машину! Да, здорово, молодцы, я вас поздравляю. Сейчас зарплату вам выдадут тогда. Иди за деньгами. Вот караоке-клуб такой. Мальчишки, в караоке не хотите? На машинке хотите? Да? Пойдем. Пошли, значит, вниз на машинке. Так, мальчишки в магазине теперь. Вот такой у нас. А тут нужно за 5. О, Ваня пошел за кассой. Ваня будет продавцом у нас. Илюха покупатель. Ваня продавец. Идем обойдем, посмотрим. Давай я покажу тебе, папа. Следующий продукт берешь.
все прям по-настоящему, как в настоящей жизни. Тележки, касса, продукты. Все как положено. Илюшка, ты уже все купил? Илюш? Да. Все купил? Спасибо. Так, теперь Илюшка у нас покупатель. Илюша, выкладывай продукты. Так, Илюша продавец. Давай, Илюха. Где мы смотрим виноград? Если там ничего нету. Какой сосредоточенный. Они все сразу серьезно воспринимают. Абсолютно все сразу начинают серьезничать, только заказывают себе. А если оно само по себе идет серьезно, то это вообще. Ваниша, а что ты купил, сынок? Там макарошки, кетчуп, ну не кетчуп, такой. Все самое полезное, так, да? Ребята, кто-то работал, подходит за зарплатой. Настоящее, что ли? Нет, вот это вот надо. Ваня купил оливки, купил макароны, купил кетчуп, майонез. Боже, какая хозяйская дитина. Молодец, Ваня. Мам, у меня больше макароны. Купил все поле. А Илюша овощи и фрукты накупил, да? Молодец. Ваня, чек. Ваня, чек. Еще 10. Класс. Как называются деньги тут в Кидляндии? Ланды, да? Да. Ланды. Илюха еще 10 ландов заработал. И Ванька тоже. Ванюха, иди за зарплатой, Вань. Я знаю. Скорей давай. Студия парфюмера. Сейчас мальчишки будут делать парфюм. Одевают халаты. Слушай, интересно им там, вроде так увлеченно. Что делают? Нюхает. Парфюмы делают. Смотрите, мальчишки, смотрите, это роддом, видите? Смотри. Это будет со цветком. Детки как будто бы новорожденные тут. Это будет со цветком. Вон это. Будет со цветком, а тут что, не понятно. А, это, наверное, больница, и тут вот новорожденные детки. Да. Давай. Здорово, видишь, он театр, можно пойти попробовать актером побыть. Нет, у меня написано.
второй. По кроссовкам встречаю. Да. Люка танцует. Да, ура! Не помнишь, девочки? Пожарники, пока! Вы на задание? Да. Класс. Горелый? Нам горелый не надо, мы сейчас будем тушить. Тушелый дом. Так, давайте сразу договоримся, что во время движения пожарной машины мы на ножки не поднимаемся, едем сидя, все садимся. Ехать готовы? Сидим. Вода идет, смотри, да? Сейчас скоро потушить ее уже, смотри. Вот он делает, умеет. Мальчишки, получается потушить пожар? Тушите, тушите. Давай, туши. Открути кран. Илюша! Молодцы, ребята, потушили! Ура! А иди сюда! Самолет! Конечно! А можно пройти, нет? Сюда поворачиваете, самолет будет вокруг своей оси крутиться, смотрите. Вот так, направо или налево. Запомнили? Управлять надо медленно, плавно, без резких движений. Самолет летит быстро, отвлекается хорошо на движение штурвала. Когда будете взлетать, резко не дергать. Плавно. Вот. Это двигатели. Толкайте, берите по одному рычагу и до самого конца. Еще, до самого конца толкай. Еще, 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 еще. И второй тоже. Вот так. Попробуйте повернуть немножечко. Давай. В какую сторону будете поворачивать? И повернули влево. Вот пассажиры повеселятся. Пристегните, время без бега, потому что сейчас очень... Давай, Иля, сделаем поворот. Мертвую петлю.
Это бочка. Рано выровняли. Давай, еще вправо, еще до конца. Хватит. Стоп. Все, хватит. Давай вниз. Точно, этот полет на старт. Мы убьемся. Ой, пассажиры. Плавнее. Чуть-чуть выше. Ага. Заглушить мотор. Второй тоже. Ваня, стоп! Правее, ребятки, я вам помогу. Ой, мы сейчас сядем на тарелочку. Мы сядем нормально, не переживайте. Опустить колеса. Уже выпущено. Ой, я не знаю. Ой, наш самолет без Молодцы! Ура!